Ивановича. Смотрим с вами вот этот блестящий эпизод. Чудо-передача на Карасева. Либо ты умеешь это делать, либо нет. Потому что вот такой пас не проходит в детской, юношеской, спортивной школе. Чтобы отдать Алексею Ульянку, кстати, не Ульянку, это Лашкевич атаковал. Ух ты! Ну это право. Ему, он может затянуться на целую вечность. И мяч поймал, и посмотрел назад, где кольцо, да вот оно. И двумя руками сверху.